В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем новый день июля с погоды. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем в горах кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-15, в горах до плюс 8, а днем 26-31 градусов тепла, местами до плюс 23. В Черкесске без осадков, ветер западный 5-10, температура ночью 13-15, а днем 28-30 градусов тепла. В Краснодаре прошел всероссийский конкурс-фестиваль «Мы – будущее России». Ансамбль кавказских танцев «Салам» под руководством Азамата Кумукова стал дважды лауреатом первой степени и обладателем гран-при. О том, как прошел конкурс и что они представили на суд-жюри зрителей в эти минуты в нашей студии, руководитель коллектива и его участники расскажут моей соведущей Бэйли Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Азамат. Доброе утро, дети. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам в гости. И сразу хочу поздравить вас с такой победой, как победа на всероссийском конкурсе фестиваля «Мы – будущее России». Я знаю, что у вас два первых места и гран-при. Азамат, для начала, как у руководителя, я хочу, чтобы вы представили своих солистов. Это Кумукова Амалия, Карданов Ростислав, Гутякулов Амир и Карданова Арина, самая маленькая в нашем коллективе. А сколько детей у вас в коллективе сейчас? Сейчас, на данный момент, основной состав у нас идет 32 человека. Я знаю, что вы занимаетесь в одной из школ города Черкесска. Да, все, наверное. 19-й школе. Гимназия номер 19. Угу. Ну, давайте вернемся к фестивалю. За что вы получили гран-при? У нас в номинации «Народный танец» мы представляли танцы народов Карачаево-Черкесии. Первый танец у нас был убыхский, второй танец «Молодежный перепляс» был. Вот. И вот за эти два номера нам дали лауреатов первой степени и гран-при. Но теперь я хочу к вам обратиться, к солистам. Какие у вас впечатления от этого конкурса? В вашей карьере творческой это самый большой значимый конкурс был? Да, был очень классный, зажигательный, очень веселый фестиваль, на котором мы победили. Это было очень радостно для нас. Ростислав, тебе что понравилось? Мне понравилось все, особенно награда, за которую я шел очень долго. Очень долго я танцевал. Угу. А как вам Краснодар? Красивый город. Очень понравилось? Да. Азамат, я, знаете, о чем хочу с вами поговорить? Я знаю, что вы вот своими силами готовите костюмы, за счет родителей выезжаете. Какая-то поддержка со стороны Министерства культуры, спонсоров есть у вас? Может, вы обратитесь, может, кто-то сможет помочь? К сожалению, не знаю, пока нету. Если бы обратили внимание, так сказать, и Министерство культуры, и предприниматели какие-то, общественные организации, вообще было бы замечательно. Чуть побольше, как говорится, чтобы задействовали нас и в республиканских, и в российских мероприятиях. Да. Вот так было бы вообще замечательно. Конечно, у вас, я знаю, что просто очень красивые кавказские танцы и вполне достойны того, чтобы их показывали на различных мероприятиях. Я поздравляю вас с этой победой. Пусть у вас впереди будет еще много конкурсов и побед. Благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо большое. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ», затем программы «Русской редакции». В 14:30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Муратом Джанкезовым. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире.